Сотрудники МЧС спасают людей не только по долгу службы. В Ульяновске прошла традиционная акция «В капле крови спасенная жизнь», посвященная Дню донора. Для сбора крови в Главное управление приехали специалисты областной станции переливания крови. Помочь им вызвались участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Мы приехали в МЧС для того, чтобы работники, сотрудники и также наши коллеги, которые спасают жизнь, помогли спасти жизнь другим людям. Не только своей профессиональной деятельностью, но и своей кровью. В этот раз на призыв откликнулись около 70 сотрудников регионального МЧС. Медики собрали около 30 литров крови. Принял такое решение для себя где-то лет 5 лет назад примерно. То есть решил попробовать. Вот. Я считаю, что в этом нет ничего такого страшного. Вот. Помочь, возможно, моя кровь поможет кому-то нуждающимся. Также среди сотрудников МЧС провели анкетирование для создания базы доноров по костному мозгу. На инициативу откликнулись около 30 человек. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.